мои подписчики и гости моего канала. Мы находимся в снежном Харькове. Нас заметает. Значит, у нас целую ночь идет снег. И сейчас идет снег. Он такой мелкий. Я не знаю, видно, не видно, что идет снег. И смотрите, у меня все засыпано. Вот так. Все засыпает, засыпает. Вот я сейчас стою на этом месте, где у нас стоит обычно бассейн. Вот тут смотрите, сколько снега. А там дальше все деревья запорошило. Ну, на улице тепло, тепло. Может быть, ноль на минус. Ну, не больше. Ну, в общем, очень тепло на улице. Такая хорошая погодка. И все вот сыпет, сыпет, сыпет. Вот такая вот у нас погодка. Я что хотела сказать, дорогие мои. Я вчера делала видео с оладушками, там говорила о пиаре. Вот я сейчас хочу более подробно рассказать. Я зашла вчера на канал, он называется Донна Донна. И она делает пиар своим зрителям. Значит, как это делается? Она делает съемку, заходит на свой канал и под своим последним видео читает где-то, наверное, 10 комментариев. И пиарит этих людей, которые ей писали комментарии. Она заходит на их канал, показывает, как называется их канал, как они, значит, видео немножечко показывает. И тем самым она пиарит своих подписчиков. Поэтому я предлагаю нам всем тоже пиарить своих подписчиков. Кто нас смотрит, никто вот подписался и забыл про нас. А именно, кто нас смотрит, кто нас поддерживает. И мы их поддерживаем. Вот. Такое у меня предложение, ребятушки. Как вы к этому относитесь, напишите, пожалуйста. Ой, там, по-моему, сейчас посмотрю, по-моему, что-то гудит, какой-то самолет. У нас там аэропорт. Слышу, что гудит. Наверное, все-таки работает аэропорт. Взлеты есть. Ой, смотрите, сколько снега навалило. У нас там у соседей какие-то ветки валяются в огороде. Они, наверное, не успели их убрать. Вот. Мои кустарнички все засыпало, засыпало. Я переживала. Ой, что будет, что будет? И чеснок зашел, и цветы всходят. А нет, снежочек пришел к нам. Ну, я так думаю, что он скоро и растает, потому что очень тепло. Вот, смотрите, сколько снежочка нападало. И сейчас такой снег хороший-хороший идет. Вот такая у нас улица. Смотрите, все замело, замело. Вот такая вот. Там красивые деревья. Сейчас приближу немножечко. Смотрите, какие они все в снегу. Это вишни у соседей. Там всегда много вишен. Всем хватает и соседям, и людям, которые мимо ходят, кушают. Вот такая у нас погодка. Вот такая вот снежочек. Все запорошило. И красиво. Как снег сыпет. Сейчас пойду посмотрю, что там с моей сиренью. Потому как на ней уже такие листики были большие. Ой, хотя бы хоть не упасть. Сейчас пойдем посмотрим. Так. Ну, листики как были, так и есть. Вот они. Ну, они, наверное, спят сейчас. Смотрите, сколько у нас там снега. Там у меня ландыши. Вот там, вот там, вот там у меня ландыши будут. Ну, вот весной все покажу. Это у нас вот стоит какая-то конструкция. Местный телефон. Они нам временно поставили. Что временное, то постоянное. Так она у нас во дворе стоит. Это у нас тут вишенки. И дорога. У нас с трех сторон дорога. Вот смотрите, я прошлась, и уже следы мокрые. То есть под снегом вода все тает. Все тает. Так. Моя розочка. И сейчас еще покажу вам одну свою красивую розочку. Вот эту. Она у нас якобы плетущаяся. Она три раза у меня цветет. Ну, кто смотрел мои видео, видели.
вот эту огромную розочку при входе в дом. Она у меня цветет ярко-красными цветочками. Ну все, дорогие мои и любимые, на этом буду заканчивать, потому что сегодня хочу еще сделать прямой эфир. Всем пока-пока, до новых встреч. Всех люблю, целую.